Всем привет, меня зовут Настя, это покупки сайта AliExpress, новогодний выпуск, и всем, кому интересно, оставайтесь со мной и поехали. И сразу хочу сказать, что у меня есть своя группа ВКонтакте, где я выкладываю ссылки на классный товар с сайта AliExpress. Всем, кому интересно, ссылка в описании под видео, заходите и подписывайтесь. В этот раз все покупки будут новогодние, это декор для дома. Подруга моя мама заказала множество классных штук для дома, именно с новогодней тематикой. Я хочу показать вам, может кому-то тоже что-то понравится, захочет как-то украсить свой дом. Так что начнем. А самая первая покупка, я помню, мы долго выбирали, смотрели, искали. Это на стул, такой чехол, его надеваешь. Сюда вставлю фотку, как это выглядит. Его надеваешь на стул. И вот эта штучка, получается, вот так свисает. И как будто колпачок для стула. Их здесь два в наборчике мы заказали. Два таких заказали. И два еще. И два вот таких. Один Дед Мороз. И вторая... Сейчас. Открою. Все так шуршит. И второй колпачок на стул вот такой вот. Надевается на спинку стула, мы уже проверяли, налазит. Там есть параметры у продавца, и все совпадает. Вот такие два веселеньких получается. И два колпачка. Все это выполнено из такой как бы плотной ткани, я не знаю, как она называется. Но достаточно качественно, ничем не пахнет. Пришло, кстати, вот эти колпачки очень быстро пришли. И те тоже, так что я думаю, где-то если вы за месяц закажете, точно придет. Вот, даже где-то быстрее пришло. Также еще заказывали вот такие. Сейчас, я еще не открывала. Посмотрим вместе. Это такой Дед Морозик. У него такая мягкая борода, классная. Вот, смотрите. И такой снеговичок. Его надевают на... Можно также на салфетки, которые такие. Но это, конечно, не очень. Вообще, на самом деле, это предназначено для бутылок. Для бутылок вина, шампанского. У него здесь так вот тянутся ручки. Как раз на бутылку вина налезет. На шампанское можно так. Для морозика. Также можно поставить на стол. Мне кажется, вот это именно для спиртных напитков предназначено. Либо для каких-то, не знаю, бутылок. Выглядит классно, такие мягкие, достаточно все очень качественно сделано, видите, они очень мягкие, такие классные, блин, даже если как игрушки подарить в подарок на Новый год, все равно круто очень. Все ссылки на товар будут внизу под видео, так что смотрите, переходите, если вам понравилось. Также еще заказывали такие Деда Мороза, я открою один точно, наверное, потому что они одинаковые. В общем, это Деды Морозы, которые делаются для стола, для сервировки стола. Смотрите, как это будет выглядеть. В общем, вот этот Дед Морозик, сюда кладется салфеточка, либо приборы. Но для приборов мы другие заказали, эти мы заказали для салфеток. Скручивается салфетка, также можно прибор сделать. И вот так вот на липучку складывается, и получается, что у вас на тарелке или на столе лежит вот такой Дед Морозик. Такой классный, выполнено все очень качественно, без всякого торчащего клея. Хотя здесь такие достаточно мелкие детальки, и все вот так... Очень красиво выглядит. И такие яркие. Кажется, будет классно. Опять же, для стола заказали вот таких снеговичков. Долго выбирали, на самом деле, чтобы все пришло. Ну, с мамой сидели, выбирали это все. И чтобы все было так, как сказать, качественно и красиво. В общем, такие снеговички. Их также используют, чтобы положить сюда приборы, либо салфетку. Так хорошо тоже выполнены. Из такой ткани, я не помню, как называется. Это часто такие украшения для стола делают из такой ткани. По-моему, это фетр или как-то так называется. Такие веселенькие. Мальчик и девочка. Точнее, вот эта девочка, это мальчик. Также пришли вот такие вот штанишки с подтяжками от Деда Мороза и курточка. И вот сюда тоже вкладывается... А также можно салфетку положить, но это именно для приборов. Сюда нож, вилку, и сюда также можно положить нож, вилку, там ложку, что у вас будет.
сервировки стола и так положить на стол, чтобы создать такую новогоднюю атмосферу стола. И самая прикольная посылка была, сейчас расскажу, как это выглядит. Сразу покажу картинку вот здесь. Ставлю. Это достаточно такая интересная вещь. В общем, это коврик, который в туалете кладется. Вот так выглядит. Вот. Ну, все такое яркое и классное, мне кажется, на Новый год. Ну, весело. Это как-то здесь такое покрытие, чтобы коврик не скользил по порошку. Вот. И также вот это вот, я так поняла, наверх туалет одевается. И сюда как туалетная бумага кладется. И вот это вот одевается на сидушку унитаза. Такой Дед Мороз. Опять же, все так. Ну, здесь резиночка. Все так качественно сделано. Я думаю, будет очень весело людям, которые зайдут туда. Вот и все товары, которые я хотела вам показать и рассказать, что пришло. Такое все яркое, красное. Если вы хотите тоже украсить свой дом на Новый год, посмотрите. На Алиэкспресс очень много всего интересного. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока!